детские сады люди приходят в форме дивизии СС «Галичина», чтобы уроки мужества проводить. У вас Львов превратился просто в рассадник неонацизма. У вас на Аллее Славы неонацистов, ветеранов СС «Галичины» хоронят. У вас в Киеве проходит марш в их честь. Это оскорбляет память тех, кто побег. Но мало того, еще раз повторю, вы возрождаете все эти методики. Вы поражаете людей по языковому признаку в правах и говорите: а вдруг придет Путин и будет защищать русскоязычное население? Да половина России спрашивает, почему мы не пришли и не закончили с этим гнильем? Почему терпим, что там глумится Ярош? Почему мы все это терпим? Почему мы не спросили с вас за Одессу? Или вы считаете, что все это вам спустит Запад с какими-то санкциями? Поймите, если вы не решите эту проблему сами, никакое оружие, никакой Блинкен, никакая Листрас не спасет. Понимаете? Дмитрий Кацебаев на ваших экранах. Это и нацист, гитлеровский коллаборационист, подонок и убийца. Его награждает высшим орденом вашей страны президент.